Авианосец «Викрам Адитья», бывший адмирал Горшков, посетит Мурманск. Корабль, переданный индийскому военному флоту 10 дней назад, отправился в Индию. На пути его следования окажется и столица Заполярья. «Викрам Адитья» вышел рано утром, и первая часть его пути завершится в Белом море. Туда авианосец зайдет для дозаправки. Следующая стоянка намечена в Мурманске, ориентировочно на следующей неделе. На борту вместе с индийским экипажем находятся 180 специалистов «Севмаши» и предприятий контрагентов, которые наблюдают, как работают механизмы корабля, помогают индийцам в эксплуатации, устраняют неисправности. Некоторые специалисты по прибытии корабля на место останутся в Индии для гарантийного обслуживания. Планируется, что в строй индийских ВМС корабль войдет уже в 2014 году.